бывают разные формы. Они бывают, могут быть до пола практически длинные, да, круглой формы, овальной. В средние века они были вообще кованые, то есть их ковали из стали практически, затягивали там на поясе очень жестко. Они были очень тяжелые, очень неудобные. Вот. В нашем случае это должен быть кринолин жесткий для движения на сцене, например, для балета того же. Да? Вот. То есть поэтому они должны быть легкие и жесткие. Эти кринолины у нас будет их три штуки. Это на спектакль «Опасные связи». Используется такой материал, мы называем его сталька. Вот. Это стальная такая пластиночка тоненькая, да, то есть заказывали в Санкт-Петербурге. Процесс, скажем, такой очень трудоемкий, потому что все размерчики нужно соблюдать, то есть буквально там до сантиметра. Небольшая разница, и уже ничего не получается, то есть приходится переделывать. Используется, значит, сталька здесь, используется стальная проволока, металлическая проволока используется. Ну, соответственно, обшивается все это тканью. Вот. Какие-то направляющие, допустим, киперные вот эти ленты у нас здесь используются, чтобы они давали какую-то жесткость определенную, да. На этот кринолин потом надевается, значит, подъюбник, юбка, там, платье, допустим, да. То есть, и поэтому задача такая, чтобы вот эта вся эта вещь, вся система была жесткая и не прогибалась.